Мусорная пиромания. Продолжаем тему отходов и регионального оператора. Сегодня в ответ на наш запрос Куприц сообщил о своей версии пожара на полигоне в Лубягино. Комиссия установила, что причиной возгорания стал привнесенный источник огня, если простыми словами, это был поджог. Однако это лишь версия регоператора. Также причины пожара искали сотрудники отдела дознания управления МЧС. Их выводы могут отличаться. Напомним, пожар на полигоне в Лубягино начался вечером 8 июня. В течение недели горение ликвидировали. Часть площадки накрыли саркофагом из глины, чтобы тлеющие отходы не загорелись. Сейчас на полигоне из соображений безопасности ежедневно проливают отходы водой и трамбуют их бульдозером.